Когда назначается ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет? С января 2018 года законодательством предусмотрено новое направление расходования средств материнского семейного капитала. Это получение ежемесячной выплаты с даты рождения до достижения возраста 1,5 лет вторым ребенком из средств материнского семейного капитала. Право на данную выплату имеют семьи, чей доход ниже 17 861 рубля на одного человека в месяц. И семьи, в которых второй ребенок родился, начиная с 1 января 2018 года. Сумма выплаты составляет 10 732 рубля. Обратиться за данной выплатой можно в территориальный орган пенсионного фонда в любое время в течение с даты рождения до достижения вторым ребенком возраста 1,5 лет. Если обратиться за данной выплатой в первые 6 месяцев с даты рождения ребенка, то выплата будет установлена с даты рождения ребенка. Если обратиться по истечении 6 месяцев после рождения ребенка, то выплата будет установлена с даты обращения. Например, если ребенок родился в апреле 2018 года и владелец сертификата обратится за получением данной выплаты сейчас, в ноябре, то выплата и будет установлена с даты обращения, потому что прошло уже более 6 месяцев с даты рождения ребенка. А если, например, ребенок родился в июне 2018 года и владелец сертификата обратится за получением выплаты сейчас, в ноябре, то выплата и будет установлена с даты рождения ребенка, то есть с июня 2018. Приглашаем за покупками в Мегамаркет Континент. Для вас огромный выбор одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Вас ждут в Доме торговли по адресу переулок Революционный, 6, 2 этаж.